Артём! Наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. За мной, ребята. Открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Когда же они угомонятся? Зачем это они охотятся? Да даже отбор. Да на ли твои. Ай, вот это силище! Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Еще чуть-чуть, и они бы нас клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. В противогазе ты об этом не узнаешь. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь открыть дверь. Айбы Стругацкие, пикник на обочине. Отлично. Данила, пошли. Да это закончится когда-нибудь или нет? Вот
Thank you.
поедем, Генатоли! Обрушу за 50 патронов! Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем сегодня, мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Ну вот мы и прибыли. Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Глядись пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. И после войны, ну и еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось в зале прислушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удары. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Нет моих родных среди выживших. Что я мог сделать? Ничего. Кто-то мешал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у них еще своя война. Другие поняли, что раз мир уже отвлечен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все. Потом еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды еще хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомнить, дрожь пробирает. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Знал бы ты, привет, как Артём! За это приходится платить кровью. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя?
Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвал из старого храма. Давай, забирайся. Отлично, пора и печку растопить.